Едуард Шульга – людина, яка вміє поєднувати собі всі амплуа на полі, яка і відстояла ефектно, і забила. Які враження, які емоції від такої кайфової гри? Да, хороший матч, ну, зараз, конечно, провалов було. Ну, будемо над этим работать. Команда хороша, быстра. Нам повезло, що з реалізацією у них були проблеми. Это не только моя заслуга, но и они мне помогли в этом. И я думаю, если бы у них была больше замен, они, конечно, дали бы нам больше боя. И видно, просто ребята устали, посыпались, пропустили быстрые два гола. Вот. Игра хорошая. Надеемся, будем выигрывать с таким же счетом, так, играть в таком же темпе и сзади усиливать нашу игру. Ось перший тайм виграли 2-0, але особисто мені здалося, що гра, в принципі, рівна була. Чому давали так багато створювати опоненту? Питання реалізації – то вже до них, але провали дійсно були, і в чому причина? Забили два быстрых гола и расслабились. Вот, я думаю, вот, да, мы выходили сначала настроенные на игру, забили, игра пошла хорошо, они давали номера, давали зоны, а потом просто расслабились, и соперник как-то раскачался и начал больше двигаться и создавать моменты. Це перша гра в срібному дивізіоні. Чи планували взагалі сюди потрапити, та які амбіції на сезон в цілому? Планировали, конечно, в золотой попасть, конечно, из-за своих ошибок не попали туда, но план только победа и ничего больше. Еще раз вітаю вас з яскравим матчем та успіхів в сезоні.